этаж. Мы же действительно приходил уже, Николай, подарки какие-то нам принес. Патрик, только подожди, жди нас, нам тоже интересно. Вдруг он там еще есть, еще не ушел. Патрик, стой, жди медленно. Патрик, медленно. Ой. Никого нету. Нет. Стивка, ну иди смотри под подушку. Что там? Что это? Стивка, смотри. Стив, смотри у себя под подушкой. А что это? Что это? Что это? Какой-то деревянный стул. На что это похоже? Стивик. Почему это? Стив, что у тебя в руках? Посмотри внимательно. Что это? Подожди, что это? Смотри. Сейчас я... Что это? Какашка. Мам, Николай принес по кучке говна. Это было, но что-то придумали. Стивик, видишь, это твоя кучка говна. Это свою кучку. Ее нельзя бросать. Мама, у меня тоже она... А кто кучки кусает? У Стивка не резиновые, а у меня твёрдые. О, Стивка уже сломал. Это твоя кучка, мам. И минуты не прошло. Мама! Стива, ты что, сразу не понял, что это кучка говна? Вот она, мама, какая кучка говна. Это не кучка говна, это какой-то засушённый банан. Сушеный банан? Да. Патя, у тебя что, не похоже на кучку говна? Нет. Ты не поверил? Нет. Ты не подумал, что это какашка? Мама, это не какашка. Какашка мягкая, это твердая. А зачем ты в руки брал? Думаю, она мягкая была. Мама, она же не мягкая. Ну, мама. Это вам подарочки из праздника с кучкой говна. Стивик, на.